Привет, YouTube. Сегодня получил вот такую посылку с аккумуляторами 18650. Давайте ее вскроем. Вот такие аккумуляторы. Вот такие зеленые. И еще красные аккумуляторы с защитой. Так, ну вот наиболее интересные это вот эти аккумуляторы с защитой. От компании Sanyo. Вот такие батареи. Вот плата защиты. Делает их толще, чем обычные. Емкость 2600 мА, насколько я помню, вот эти защищенные. Так, это зеленые аккумуляторы Panasonic. 10 есть обозначение. NCR 18650 PF. Емкость данных аккумуляторов 2800 миллиампер, 2800 или 2900. Более точно укажу в ссылке внизу под видео. Так, это зеленые. Так, на красных обозначений таких подробных я не вижу. Здесь есть надпись Sanyo. Она еле читаемая. Сделана просто на вот этой термоусадочной пленке. А что касается емкости, информация отсутствует. Но все это оригинальные аккумуляторы с реальной емкостью. Так, вот эти аккумуляторы без защиты, тоже от производства Sanyo. И у них, видите, такое малиновое кольцо на плюсовом, возле плюсового контакта. И емкость этих аккумуляторов 2800 или 2900 миллиампер. Буду производить тест емкости этих аккумуляторов после их полной разрядки зарядным устройством XTAR VC4. Разряжать я буду их в пауэрбанке и затем после пауэрбанка полностью в ноль буду разряжать их уже в фонаре, чтобы добиться полной разрядки для частоты эксперимента, чтобы замерить их емкость реальную. Вот. Но что касается реальной емкости, я уверен, что, в общем-то, эти аккумуляторы имеют честную емкость, поскольку все производители очень известные, уважающие себя и, в общем-то, не делают низкоемкостных аккумуляторов. То есть все, собственно, соответствует заявленному.
Сейчас я уточню точно емкость этих аккумуляторов. Значит, защищенные Sanyo, как я и говорил, действительно 2600 мА с платой защиты. И несколько длиннее, чем два других аккумулятора. Panasonic NCR18650. Имеет емкость 2900 мАч. И Sanyo без защиты, с таким малиновым кольцом на плюсовом контакте, имеют емкость 2800 мАч. То есть 2600, 2900 и 2800. Вот такая небольшая распаковка. И сразу после этого будет продолжение этого видео с замером реальной емкости по всем этим трем аккумуляторам. Итак, все три аккумулятора полностью разряжены. Сначала разряжались, как я говорил, в пауэрбанке, а затем в фонаре в мощном. Сейчас будем подключать зарядное устройство и оставлю их заряжаться на ночь. После того, как они полностью будут заряжены, вот пошла зарядочка уже, красным показываются слоты с аккумуляторами. Вот видно, что они сильно разряжены, 3 вольта напряжения. У второго и у третьего 3 вольта. Четвертый аккумулятор тоже 3 вольта. То есть сильно разряжены. И посмотрим, когда они зарядятся до 4,2 вольта, посмотрим, какая емкость будет залита в них. Panasonic, Sanyo и второе Sanyo защищенное. Вставился он в упор, то есть в упор, но без проблем в этот зарядник X-Star VC4. Что ж, следующая часть будет утром снята. Заряжаются они током пол ампера. Вот здесь видно ток зарядки. Все, утром посмотрим, какая емкость будет залита в эти замечательные аккумуляторы. Вот наступило утро. Зарядка всех трех аккумуляторов закончена. Зеленым загорелись индикаторы. И смотрим на показатели. Panasonic, у которого заявлена емкость 2900 мА, набрал 3035 мАч. Вот. Channel 2, второй слот. Затем Channel 3, это Sanyo с заявленной емкостью 2800 мА, набрал 2660, это тоже, в общем-то, соответствует действительности, поскольку, ну, возможно, не полностью был разряжен аккумулятор. Ну и разница там в 100 мА, она, в общем-то, вполне допустима. И четвертый слот, вот, это Sanyo на 2600 с защитой, набрал 2680, то есть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, то есть на там, 80-100 мА это вполне допустимо. Вот. Таким образом, делаю опять же вывод, что аккумуляторы Panasonic, Sanyo и там... Аккумуляторы такие, как Samsung, LG, они, в общем-то, имеют честную емкость. Покупать их однозначно стоит. Проблем с ними не будет никаких.
Ставьте, пожалуйста, видео, если вам понравился данный тест или он был вам полезен, внизу под видео. Ссылки на все данные аккумулятора я приведу в описании, также внизу под видео, на продавца. Аккумуляторы литиевые идут в Россию, вообще доставляются несколько дольше, чем другие товары, поскольку не все авиакомпании перевозят их. Но, тем не менее, продавец этот надежный, то есть все прислал в пупырке, все безопасно, аккумуляторы там не дай бог не помялись. То есть все пришло в целости и сохранности. Аккумулятор хорошего качества, новый абсолютно. Поэтому покупать у этого продавца можно однозначно. Вот. Подписывайтесь также вверху видео на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.